была объявлена, она не для вас? Учебная. А если боевая будет? Откуда вы знаете, она учебная или боевая? Я узнал уже, сходил. Хорошо, хорошо. Сколько времени вы потратили узнавать, сходить? Без комментариев. Этот казус скорее исключение, чем правило. Беспечно. Со стороны сотрудников книжного магазина не повторится, обещают продавцы. Конечно же, в реальных условиях при звуках сирены они эвакуировались бы в числе первых. Пока же поговорку «тяжело в учении, легко в бою» в еврозоне перепроверили 8 пожарных расчетов и 35 спасателей. Нажали кнопку пожарной сигнализации. Сигнализация работает. Сообщили на пульт пожарников. Сейчас мы проверяем помещение. Как ваши действия оцениваете? Пока без комментариев. Директор торгового центра очень волнуется. На ней весь груз ответственности. Каждый сотрудник обязан знать свое место и алгоритм действий при пожаре. Здесь скапливаются тысячи посетителей, до половины из них – дети. Полчаса испытаний и первый комментарий от руководителя учений. По легенде, в кинотеатре вспыхнул пожар. В зале взрослые фойе малыши из помещений, подвергшихся глубокому задымлению, людей выводят в средствах защиты дыхания. Отработаны действия как пожарной охраны, так и действия персонала администрации объекта. Как вы оцениваете работу? В целом оценка учений считаю на хорошо. От чрезвычайных ситуаций никто не застрахован. Единственная возможность предотвратить трагедию – это ежедневная готовность к пожару. Намсарай Намсараев, Сергей Петров, новости дня.